Итак, пока все отмечают День России, я тоже немного отмечаю. Я решил записать маленькое короткое видео про трекинг-рок, как он работает. У меня есть уже на сайте статья про трекинг-рок, есть применение его в спейшале. Вот. А Поскольку теперь у нас есть звук на квесте, я могу с комментариями рассказать, как это работает. Работает это так. У вас не используется тач, они где-то лежат вне камеры, и ты можешь вот так вот рукой двигать э, курсором, совершать клики и перемещения. Значит, это реально две руки, то есть э, ты можешь ими делать что угодно, там показывать козу, показывать факт, там показывать что-нибудь еще, показывать даже вулканский салют. Вот, э, если вы про эту фишку не знали, то здесь есть обучение в меню, если, возможно, его пропустили, Значит, в чем механика? Механика очень проста. У нас есть несколько жестов. Первое это вот направление. Второе это клик, когда вы сводите два этих пальца вместе. Ой, я ничего не хотел делать. Вот этим кликом мы сейчас откроем менюшку. И допустим, тутор. То есть я когда навожусь, я делаю, свожу указательный большой палец вместе. Это будет в обучении. Если вы, например, ищете во все. И еще одна фишка это протягивание. Когда зажал, большой указательный палец, и можешь ему вот так вот тянуть. Я искал здесь <laughs>, довольно долго это обучение Hands, но не нашел его, поэтому мы сейчас делаем клик. Это все руками делается. И находим обучающий материал. Ну, вы, понятно, это сделать тачами вначале. И кликаем. Здесь у нас будет вот этот... Вот это приложение Hands. First Steps, First, steps, first Contact вставляем. Запускаем его. Ну, вы запустите этачами, скорее всего. Я кликом пальцами. И они говорят, типа, уберите контроллеры. Ты их убираешь. И здесь тебе покажу три основных механики. Кликнем дальше. Наведите, сведите пальцы и нажмите продолжить. Мы это делаем. Дальше они показывают, как двигать по, по, экрану плашить. Мы зажимаем и вот так вот. То есть у меня сейчас зажаты большой указательный палец, и ими можно типа свайпать вверх-вниз. Это все кажется чушью, но на самом деле, например, в том же браузере тебе больше-то ничего и не надо. Я очень жду, когда эту штуку добавят в Skybox, чтобы ты мог просто кликом пальца там старт-паузу ставить и громкость менять. В этом нет ничего сложного. Вот, продолжить, подтверждаем. И есть такая вещь, как меню. Они сейчас покажут, как его знаете. У нас есть два меню. У нас есть меню Oculus. Ты смотришь на руку, сводишь большой указательный палец, скрещиваешь по сути и вот оно вызвалось и есть меню предложения. но здесь ничего не сработает скорее всего да но в некоторых играх это полезно у меня на сайте опять же есть статья где более серьезные предложения рассматриваются для трекинга рук, и там ну бывает удобно вызвать именно предложение вот так вот ну, собственно и все на этом бучалка заканчивается дальше я обычно например когда тебе надо запустить там фильм например Тебе даже не надо брать тачи, это просто так он открыл ленту. Запустил какое-то приложение, там запустил браузер, запустил, не знаю, там мессенджер. Я сейчас не буду его открывать, потому что там мой реальный аккаунт виден к тому же. Вот. Ну, как-то так. То есть, вроде бы вещь достаточно простая. Вот он уже, он уже готов воспринимать эти жесты. Один, второй, да? Вот. Вроде бы жесть. Э -э жесть. Жесть, да. Вроде бы вещь достаточно простая, но она удобна, может быть, в каких-то вещах. В тех же видеоплеерах, в социальных сетях, типа VR-чата, там, аутспейса, где ты можешь руками там что-то делать, перемещаться. Типа того же спейшела, который я записывал на сон, но когда-то давно его, не то что обзор, а то, как он работает. Вот. То есть такая вот штука простая, но Действенно, работает. И остановить запись мы идем в Шаринг и останавливаем.